сейчас это самое, вот она умеет писать, сейчас она подойдет. Я эстонец, я по-русски уже не алё. Сейчас она... роспись не умеет писать. Могу по-эстонски написать. Давайте. Нет, по-английски. Аля-ля. Фамилия где? Какой класс? 9. Иди сюда, класс какой? 9 В. Угу. Фамилия-то, да? Кивилёва. Так? Кивилёва. Тут смешная на фамилия-то. Клименко. О, Кивилёва. Вот прямо здесь, да, могу? Да. Всё, спасибо. Просто расписать. Да, спасибо. А маме надо расписать? Нет, надо? Один человек. Ну всё, иди уже. Папка расписался. Охренеть охрана. А я, может, берданкой. О, у нас так же было. О, кабинет физики так же был. Кстати. Маска не ровно, не резиновый. А мы тоже должны протискиваться? Давай кепку взять. Не знаю, нам, наверное, уже не протиснуться, раз народ стоит. Так, а что здесь за мероприятие вообще? Ты мне скажи, Голсон. Как стата будут давать. А что, школу закончилась? Специальное прощание школы. А что, школу закончилась, что ли? Девятый. До девятой сегодня. Ну, я так же. Еще типа 2 года можно отмотать здесь, да? Да. Ну, как у нас, да. Это не предусмотрено на всех мест, наверное, конечно, да? Конечно, предусмотрено 3 класса. И если все там по парам пришли, то... Ну давай это, пробуй. Давай потеснишь там. Так надо куда-то пройти конкретно? Ну еще ободочек вытянул. Не вижу. Я думаю, в коридор как-то можно встать еще. Как будто жарко становится. Вручение аттестатов выпускникам 9 классов. Прошу всех встать. Звучит гимн Российской Федерации. Как нам удобно, слушай. Прикольно. Раз в жизни повезло. Вставать не надо. Oh!
подолго. Лодка отвечала. Выходит в плавание, другие гавани, на берегу волнений бабы, мамы. Еще бы, в принципе, еще совсем детишки, 15 лет, не взрослый возраст слишком. Но выбор сделать многим предстоит. А сделал кто, тому пора отплыть. Покинуть самый первый свой причал, родную школу, где начало всех начал, где получил ты звание ученик. И в первый раз назвался выпускник, и сдал экзамены на первый аттестат. Здесь первый выпускной зовет ребят. Для открытия того,
Награждаются грамотой за хорошие успехи в учебе, за ум и активность. Хорошая тренировка. А на сцену приглашается Логинов Иван Евгеньевич. Награждается за отличное выступление на школе научно-практической конференции грамотой с проектом на тему «Фонтан Герона». А также награждается за хорошие результаты в учебе, внимательное отношение к окружающим, за помощь и поддержку классному руководителю. С грамотами за волю к победе, за поддержку классного руководителя, за участие в конференции «Первые шаги в науку» с проектом на тему «Шкатулка». Поднимается Федорова Вероника Николаевна, которая награждается грамотами за участие в конференции «Первые шаги науки» с проектом «Деньги и функция денег», а также за хорошие результаты в учебе и за неравнодушное отношение к окружающим, за помощь и поддержку классного руководителя. Поднимается Феофилов Иван Алексеевич и награждается грамотой за волю к победе, за участие в практической конференции с проектом на тему «Подставка для ножей». А мы с вами продолжаем. И теперь у нас поднимается на сцену 9-й В-класс. Молодые люди, меняемся на 9-й В-класс. Мальчишки, меняйтесь. 9-й В, вы сюда. На сцену приглашается Богатова Наталья Павловна. Награждается за хорошую успех в учебе, за чуткость, добросовестность, добросердечность и стремление преодолевать любые сложности, а также за участие в школьной конференции «Первые шаги в науку» с проектом «Влияние цвета на эмоциональное состояние человека». Приглашается на эту сцену, награждается грамотами за отличное выступление в конференции «Первые шаги в науку» с проектом «Успеваемость учеников» и за хорошие результаты в учебе. Журин Иван Андреевич приглашается и награждается грамотами за хорошие результаты, за верность классу и школе, за отличное выступление на школьной конференции «Первые шаги в науку» с проектом квалификации профессии программиста. На сцену приглашается Картамышев Даниил Дмитриевич за отличное выступление на школьной конференции «Первые шаги в науку». Все по сигарете. За активное участие в делах класса, за отличное выступление на школьной практической конференции с темой «Вред электронных сигарет». И Елена Ярослава Петровна приглашается на эту сцену и награждается грамотами за отличное выступление конференции «Первые шаги науки» с проектом «Как действовать в случае аварии во время экскурсии по рекам и каналам», за хорошие результаты в учебе, стремление преодолевать любые испытания. Аплодисменты, 9-й В! Клименко Александровна.
Александр Викторович приглашается на эту сцену и награждается с грамотами за участие в конференции «Первые шаги науки с темой субкультуры», а также за чуткость, добросовестность, за стремление к достижению поставленных целей. Курочкин Максим Александрович приглашается на эту сцену и награждается за хорошие результаты в учебе и многокилометровые ежедневные походы к знаниям, за участие в конференции с проектом «Математическое моделирование в повседневной жизни». А также Максим является призером районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии и обществознанию. Аплодисменты Максиму! Далее награждается за отличное выступление на научно-практической конференции «Первые шаги в науку», экологическая графа в лесном парке «Сосновка», а также за помощь и поддержку классному руководителю, за готовность прийти на помощь. Левыгин Сергей Николаевич приглашается на эту сцену за отличное выступление в школе. С проектом «Дальцов. Алкоголь разрушает личность», а также за чуткость, добросовестность, стремление преодолевать любые испытания, за полную самоотдачу, приятной беседе с соседом по парке, за искренность и дружелюбие к окружающим. Лукина Дарья приглашается на эту сцену. За готовность прийти на помощь, за выступление на школьной конференции с проектом «Вред электронных сигарет». Мартынова Александра Максимовна приглашается на эту сцену и награждается грамотами за участие в конференции «Первые шаги науки. Влияние цвета на эмоциональное состояние человека», за хорошие результаты в учебе, за оптимистический взгляд на жизнь, за доброту, отзывчивость и неравнодушное отношение к окружающим. Павловский Роман Владимирович приглашается на эту сцену и награждается грамотами за хорошие результаты в учебе, за отличное выступление на конференции «Первые шаги в науку» с проектом построения графиков Python при помощи библиотеки Matplotlib. Вроде правильно сказала. Аплодисменты. Петрелиус Никита Андреевич приглашается на эту сцену и награждается грамотами за добросовестность, добросердечность и волю, Никита, к победе. Волю! Это все тебе! Игорь Олегович приглашается на эту сцену и награждается за отличное выступление на конференции с проектом «Техника безопасности на железной дороге», а также чуткость, добросовестность и волю к победе в борьбе с уроками и домашними заданиями. Смолянинов Тимофей Олегович приглашается на эту сцену и награждается грамотами за участие в конференции с проектом «Голубая кровь», а также за опрятность, аккуратность, за оптимистический взгляд на жизнь. Молодец! Смирнов Денис Никитич приглашается на эту сцену, награждается грамотами за участие в конференции с проектом «Все о сигарете», за внимательное отношение к окружающим, за помощь и поддержку классному руководителю. Все
все это его грамоты. Пашин Владислав Артурович приглашается на эту сцену и награждается грамотами за выступление на конференции с проектом сравнения автомобилей и электромобиля, а также за высокий показатель в спорте, за волю к победе в борьбе с уроками и домашними заданиями. Аплодисменты! Абай Анастасия Евгеньевна приглашается на эту сцену, награждается грамотами за выступление на конференции с проектом «Арт-терапия как средство коррекции тревожности у подростков», за поддержку классному руководителю, за стремление преодолевать любые испытания и за неравнодушное отношение к окружающим и помощь классному руководителю. Аплодисменты! Филиппов Иван Денисович идет на эту сцену и награждается грамотами за чуткость и добросовестность, за высокие показатели в спорте, за участие в конференции с проектом сравнения автомобиля и электромобиля. Привет, Ольга Владимировна приглашается на эту сцену. Оля награждается грамотой за хорошие результаты в учебе, активное творческое участие в делах школы и класса, за помощь и поддержку классному руководителю, а также за участие в конференции с проектом «Термос своими руками». Аплодисменты Оле! Последний звонок звенит над ты над прошлым и над настоящим, над всем, что сберег ты и что не сберег, звенит и над детством вдаль уходящим. Право дать последний звонок в 9 классе предоставляется ученице 9 В класса Королевой Софье Андреевне. Совета обучающихся школы номер 79. Вот и прозвенел последний звонок для тех, кто прощается со школой. Остальные дети смогут сегодня не только попрощаться с предыдущим учебным годом, но и встретить лето. Желаю вам хорошего отдыха, чтобы вы набрались сил, чтобы вы смогли в следующем году с новыми силами не только те, кто у нас в школе остаются, конечно, но и все остальные обучающиеся, чтобы с новыми силами вы вступили в новый учебный год, чтобы все у вас в жизни состоялось так, как вы этого желаете. После того, как закончится наше мероприятие, и вы сфотографируетесь, еще раз посетите свой кабинет, еще раз пообщаетесь со своими товарищами. Те, кто окончил на 4,5, мы приглашаем в 20-й кабинет. Сейчас только немножко, половина четвертого. Ну давайте минут через 15, те, кто желает к нам у нас продолжить обучение, минут через 15, то есть 15:45, подойдите, пожалуйста, 20-й кабинет. Для того, чтобы нам с вами обсудить дальнейшие пути обучения. Хочу напомнить, что 10 класс очень-очень сложный. По школьной сети мы планируем открыть один 10 класс. Это будет класс с
социально-экономической направленности. У нас не будет теперь универсального класса, будет только класс социально-экономической направленности. Поэтому, когда вы подойдете в этот кабинет, мы звоним еще раз, узнаем, не узнаем, точнее, проговорим, каковы будут перспективы, каковы будут сложности. Ну и, конечно, я напомню вам о том, что в следующем году обязательная школьная форма. Ребята, у которых не такие замечательные блестящие результаты получились в этом году, мы приглашаем вас завтра после 13 часов. Те, кто желают прийти обратно в школу, в стены нашей школы. Но те, кто имеют тройки, вас мы ждем вместе с родителями. То есть завтра после 13 часов вы можете прийти к нам. Возможно, вам повезло, возможно, в процессе кабинет. Место будет возможно. Тем не менее, желаю всем успеха, настроения хорошего, здоровья и очень-очень серьезно подумать о своем дальнейшем пути. Позвольте. Так, сейчас Олеся Евгеньевна прочитает еще слова на подставе. И, к сожалению, праздник наш окончен. Девятый класс вы завершили. Пора свой путь вам выбирать. Но чтобы вы все не решили, желаем мы вам процветать и жизни яркой наслаждаться, от счастья радостно сиять и новых целей добиваться и никогда не унывать. Счастья вам, добра, света и удачи в добрый путь! Пусть те, кто хотят, кто остается в школе, можно сфотографироваться около сцены всем русским коллективом. Мистер Балтин и руководитель, не уходите, пожалуйста. Спросите еще, пожалуйста, подойдите к сцене, кто хочет сфотографироваться. Спасибо. Уважаемые педагоги, кто желает сфотографироваться, ребята, пожалуйста, подойдите к сцене, на сцену. Мы поем
Положим сюда. Кайф. А? Камеру готов бери. Еще 5 минут назад не такие песенки мне пела. Даша. Пошел, да? Это актриса с кислой. Шоу закончилось. А, ладно, фотографируется. Это школа или что, как это называется сейчас? Гимназия, наверное, да? А, школа, да? А, какой номер? 79. 79, да? Надо будет видео выложить. Такие приятные лица у всех, ты знаешь? Не знаю, даже не ожидал. Ася, Саня, выключи, да? Аня! Да не кричи, а подойди. Кстати, да. Искажает, да. Оно полнит нас. Чего? Какой-то у тебя выпуск не был такой. Я с 6 утра сегодня гулял, я же в Петербурге гулял. Потом к вам сюда приехал. Я в Русский музей первый раз в жизни попал. Зашел. Куда попал? Русский музей. Я была в Русском музее. Да?
что тебя потянуло, Даша? На основной экспозиции или как это? Или в корпусе Бенуа в том числе? На основной, наверное. Это тоже там. Там сначала иконы, потом там это большие. Это... Я не помню иконы. Аля-ля. А я их запомнил хорошо. Вон люди как профессионально фотографируются, молодцы. Все, спасибо, до свидания. Спасибо. Какая погода. Такие драматичные, какие облака, посмотрите. На фоне светлых домов, да? Особенно ну, ощутимо. Да, темнота. Такая, да. Тоже я тут не понимаю. Да. Хотя у меня тоже было 4. Прикольные какие. Ты вам подарили? Да. Уж такие двери мрачные коричневые. Даже у нас таких не было. Школа так, такая же точно. Я пойду туда пройдусь, вспомню. А там туалеты в конце, да ведь? Да, да, да. А, все... прикольно. Хорошие фотографии такие качественные, прикольные. Ну что, пойдемте. Ой, свет включили. Заходили там. Блин, выходить. Ты же знаешь. Я не знала, что тут закрыто. Все закрыто. Надо так же идти.
спасибо. Хотела бы, чтобы она пошла по моим стопам. Биологию и химию бы выбрала. Но с химией, конечно, не сложилось. Ну, не то чтобы уж совсем прям. Яся, в тот ресторан, помнишь, там мужик про крышу рассказал, где Гатвинцов вынес на кровлю? Даже не верится. Такое чувство, будто я окончил. Школу. Депутатом будет точно. 100%. Она хочет в администрацию. Да про тебя говорю. Я хочу. Она сразу командовать и руководить. Ну да. А что я там буду эти болтики и гайки крутить? Да. Я буду депутатом. Драматичная была. Буду депутатом. Да. Кстати, даже простым работникам две пенсии платят. Я познакомился с одной работницей муниципалитета, две пенсии она получает. Она мне сказала. Уже о пенсии стоит задуматься, да? Ну так, разговор. Ой, грохочет как. Оля-ля. Да-да-да. Погоду посмотрели просто. Все, значит, складывается хорошо. Так, а дом-то наш где? Там. А. Дождь, путь. Летом выпустилась, я улицу фоткать не люблю. Кстати, да, а что мы побежали как-то? Давай, да, страшно просто. Дождь сейчас пойдет. У парадной могли сфотографироваться. Да, ничего страшного. Мы в четвертом классе с тобой фотографировались, когда я шла в эту школу. Нет, не так мы стояли. Фотографию сделать или видео? Да, фотографию? Сейчас, секундочку.